Всем привет, ребята, с вами снова я, Голкипер, и для начала хотел бы извиниться, что долго не выпускал видео. Простите, конечно, ребята, надеюсь, вы меня простите. Ну, а теперь ближе к делу. Я использовал новый шаблон мира, это типа награды фортуны, короче, нам дали остров маленький. Сейчас я его покажу. Мы вон на том вон на острове заспавнились. И я начал снимать, но как бы мне не хватило места, и съемка сорвалась. И, ребята, я хотел бы построить нам базу на том уютном островке. А пока я живу в подарочной коробке. Вы ее видели? Так что показывайте, ну, могу показать, вот эта подарочная коробка. Ну, вообще, декорация это. Ну, а все-таки я в ней поселился, там, кроватку себе уже сделал, печку, верстачок. Так, давайте обстраиваем нашу базу булочек. Я вообще планирую удалить отсюда песок и сделать ее полностью каменной. О, вода к нам затекает. Ничего, мы сюда ее не пустим. И у меня кончился булыжник. Ну, я, конечно, что-то баснул, что добыл так мало булыжника. Надо больше, надо больше. И, ребята, хотел бы оповестить вас, что мой сайт обновился. Ну, некоторые, наверное, смотрели мой сайт из моих подписчиков. Вот. И, короче, он поменялся. Сделалась там зимняя заставка, папа мне сделал, вы его все знаете. Мы с ним много часто снимали роликов. И я копаю камень. Ну, в общем, он обновился. Там добавился баннер с новым 2018 годом. Ну, и я написал стих. Папа его пока на сайт не выкладывал, но скоро выложит. И этот стих вы можете посмотреть на сайте. Все очень просто. Заходите ко мне на сайт и смотрите мой стих. Ну, если, конечно, вы хотите. Если не хотите, я вам навязывать не буду. А то некоторые бывают люди, которые тоже ютуберы, что-то, наверное, навязывают. Я ничего не собираюсь вам навязывать. Я просто хочу от вас лайкосик. Вы, наверное, будете рады новым видео. И я хотел бы объяснить, что почему у меня вообще долго не выходило видео. Я удалил программу съемки Deo Recorder. Ну, я ее сейчас, правда, скачал заново, но давайте все по порядку. Я удалил ее, потому что она сильно глючила. А вот. Она прям сильно глючила. То есть я начинал снимать что-то там, но пропадал ее ярлычок, вот этот, который вы видите сейчас справа на экране. Пропадал ярлычок и прекращалась запись. Вот. Ребят, вот я сейчас обстраиваю остров и думаю, а может он уже готов? Может тут уже можно жить? Ну, я правда хочу доделать булыжником его. Ну, в принципе, тут можно уже жить, можно уже сюда переезжать. И в чем преимущество будет? То, что тут вокруг вода и можно будет
непосредственно рыбачить. Вот. Так, заделываем мы все это вот так, вот так, вот так. Все. Наша база, в принципе, так готова. Но нужно, во-первых, переспать нам ночь. И потом уже идти собирать верстак, печку, кровать. Даже цветы. Я даже цветочки там посадил. Вот, как вы видите. Мой скромный уголочек такой. Реально бродит монстры. Ну-ка. Чё тут за монстры? У двери крипер. А ты что тут делаешь? Лаптистый. Борзый прям. Не борзи. Спать мне не даешь. Ну, теперь-то я, наверное, смогу уснуть. Рядом бродят монстры. Кто теперь-то? О, а ты что тут делаешь? Приветики. Все, хватит меня. Ай-ой-ой. Наконец-то. Я лег спать. И, ребята, можем мы уже переезжать. Я, правда, себе еще топорик не сделал. Ну, ладно. Буду ломать пока вещи киркой. Так, тем более все это очень легко делается. Вот буквально раз это сломали. Да, эту землю можно оставить. Факел можно забрать. Хотя тут будут спавниться монстры. Ладно, потом, в общем, решим. И этот летсплей, я решил, что это будет летсплей, и он будет называться «Необитаемый остров». Не, давайте лучше назовем его «Фортуна». Во! Вот достойное название. «Фортуна». Так. Я дверь оттуда хочу забрать. Ну ладно, пускай там будет. Так, уже не хочу. Так. Так. Кроватку можно вот сюда. Что еще можно? Печку можно вот сюда. Верстачок можно. Вот сюда, и нам не хватает, знаете чего? Нам не хватает сундучка. Сундучка нам не хватает, но пока вроде у меня все в инвентаре помещается. Так что можно пока тут жить. Так, без сундука. Вот, мы поставили факел. И давайте порыбачим. И что-то вечно. Я очень веселый просто сегодня, и я рад, что я могу снять для вас видео. И я хочу порыбачить, и я уже рыбачу. Клюет. Лосося поймали. У нас так неплохо клюет. Пока. Ну, мы пока только одну рыбешку поймали. Сорвалась рыба. Рыбёшка сорвалась. Рыбёшка у нас сорвалась. Треска. Ну, я думаю, хватит, и уже можно будет плавить, да? Но на чём?
чем? На четырех досках. Ну давайте пожарим пока только лосося. Одну, две досточки для него. Ну, можно было бы, конечно, выражать, а не лишние, но пока. В общем, вот так как-нибудь. Все, у нас есть жареные лососи, встречусь еда. И, ребята, я бы хотел на этом закончить первую серию. Я надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравилось, вы, конечно же, поставите лайк, я знаю наперед. Подпишитесь и нажмите на колокольчик. Я надеюсь на это. А знаете зачем? Чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Но с вами был Голкипер. Всем удачи и всем пока. И вечером ждем. Может быть, будет видео по Shadow Fight. Всем пока! По Shadow Fight 2. Всем пока!